Всем привет, с вами Вэнкласс. Сейчас будет долгожданная серия «Будни мудриста». Знаю, что ждали, вчера, к сожалению, не вышло, но зато сегодня выходит 111-я серия. Я практически отдохнул. Почему практически? Потому что еще чуть-чуть. Ну, в том плане, что я уже все, грубо говоря, отдохнул до конца практически. Но, опять же, практически осталось еще немного отдохнуть. Почему? Потому что мне осталось отснять совсем чуть-чуть для вас видео. Так что я думаю, что сегодня я это закончу. И вот максимум, короче, либо завтра, либо послезавтра все возобновляется. Но вот я сегодня снимаю «Будни мудриста», чтобы вас вообще держать в курсе, что происходит. Короче, я сейчас занимаюсь разборкой моделей. Пока что у меня тут вообще полный кобздец происходит. Но вот я сегодня все уберу. Вот, одним словом, это первое. Второе, значит, второй момент, это то, что я вот хотел с вами поговорить по поводу вот видосов. Вот я вам говорю то, что, короче, ждите. Скоро все возобновится, скоро все будет по кайфу, короче. Скоро вообще будем кайфовать, чилить, расслабонить. Вот, пивко фигарить не будем, но тем не менее. Потому что пивко это вредно. Вот, короче, одним словом, с вами сегодня будем кайфовать, е-мое! Да. Ну, короче, одним словом, чё, сколько я раз сказал, короче, одним словом, короче, одним словом. Короче, одним словом. Я просто буду. Я не знал, куда поставить свои проекты. У меня упала полка. Вот. Но проекты живы. Вот. Я просто сейчас хочу кое-что сделать. И, собственно, и буду этим заниматься. Вот. Я сегодня встал достаточно рано. Вот, и вот сейчас я снимаю «Будни моделиста». Это будет очередная серия, номер, не знаю, 111 номер. Вот, надеюсь, она вам понравится. Надеюсь, вы поставите свой лайкусик. Надеюсь, вы Надеюсь, вам понравится стиловский усик. Короче, мы с вами сегодня кайфуем. Почему кайфуем? Потому что мы кайфули. У нас кайфули, вот. Короче, просто вот так сегодня начали на расслабоне. Двигаемся хайпово, вот. Что я вообще делаю? Я сам не знаю, что я делаю. Я даже еще не знаю, что вообще мне делать. Потому что сейчас полный кавес происходит. Я не знаю, что, куда ставить. Я хочу как-то все переставить, сделать перестановку. Но я не знаю, мне ни хрена не получается. Потому что я каждый раз все передумываю по-новому. Мне нужно просто определиться и сказать, все, вавуля, вованец, вованес. Короче. Вот это вот то, что ты искал. И вот я, собственно, пытаюсь найти эту золотую середину, чтобы как бы быть на чили на расслабоне. Но у меня уже есть такое предположение, вот, что я буду с этим делать. И, наверное, я пока что так и сделаю. Короче, все, я все придумал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Шутка! Прибаутка! Вот, я, короче, пошутил. Ладно. Что-то я сегодня какой-то раздолбанный, вам не кажется? Мне тоже так кажется. Короче, просто я угораю. Вот, я давно видео не снимал, вот я начал снимать, и у меня сразу как пошло, вот блогерское, вот пошло, и как вот я вам все рассказываю. Но сейчас, короче, я вот это вот все убираю, опять в очередной раз 500 миллиардов первый раз переставляю. Блогерс Дейли. Вот, короче, я какаля, что, нет, я улика, что за хуйня? Я извиняюсь, но сегодня вот как-то так. Короче, я сейчас буду снимать дальше эту серию «Будни моделиста». Вот, мне сегодня нужно снять еще для вас парочку серий. Вот, ой, какие парочку? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12 видео еще нужно для сегодня для вас снять. Вот. И еще смонтировать два, наверное. Короче, постараюсь завтра все возобновить по съемкам, но возможно послезавтра, потому что мне нужно еще сделать превью. Превью это тоже достаточно долго, я на это потрачу весь день, поэтому, скорее всего, это все-таки я буду либо послезавтра продолжать вот эти вот все уже будни моделиста, но тем не менее, я по вам очень соскучился, надеюсь, вы по мне тоже. Вот, но я вам снимал достаточно много контента. Самое главное, что я сделал то, что хотел, и у нас теперь куча-куча возможностей просто выкладывать видосы без остановки. Вот. У нас тоже есть один видос про барахолку, который я не выложил, потому что не знаю, поедет ли его в следующее воскресенье или нет, но тем не менее он будет в закрытом доступе.
Случай, в следующее воскресенье вы его увидите, если вдруг мы не поедем туда на барахолку. А если поедем, то вы увидите два видосика. Вот, короче, подумаем, что вообще будет, как все поступить. А может и не увидите. Возможно, его просто оставим, допустим, в запаке. Ну, так сказать, чтобы когда вот на барахолку не поедем, чтобы вы просто потом не скучали. Ну, короче, все, мы решим все потом. Мы сами сейчас пока ничего не знаем. Сейчас самое главное для меня это сделать одну интересную вещь. Вот, которую связанную с барахолкой. Собственно, про что я вам сейчас и снимаю видос. Вот, даже вот прямо сейчас я готовлюсь к этому видосу, пока снимаю этот видос. То есть, как бы, постоянно идет работа. Вот. И это очень здорово. У нас прибавляется запас видео, чтобы вы могли его смотреть. Вот я единственное, что меня останавливает, это только то, что мне нужно просто видосы подготовить, в том плане, что превью и описание. Ну вот описание это самое простое, вот превью, да, превью это достаточно сложно, поэтому превью, скорее всего, я на это потрачу один целый день, но зато у меня будет все превью на все видосы, чтобы я просто мог каждый день нажимать на кнопочки и выкладывать вам видосы. Вот, но сейчас у меня запас видео очень хороший, вот. Я думаю, что как минимум до сколько там? До сентября, ой, никакой до сентября, до, наверное, февраля точно запас видео есть. Вот. Если каждый хоть или не, ну, давайте, я не знаю, до февраля, не до февраля, но точно до Нового года запас видео полный есть. То есть вот прямо сейчас, если я буду по одному видосу в день выкладывать, не считая будни моделиста, потому что будни моделиста это как бы ежедневно должно быть, вот, то тогда у меня, да, тогда все нормально, тогда у нас есть возможность такая до Нового года просто только будем туристы снимать. Ну, естественно, мы снимаем по возможности все, то есть, когда есть, когда вот приходят идеи, вот. Запас видосиков это очень хорошо, потому что когда у тебя нет запаса, это плохо. Но в том плане, что я не знаю, что снимать. Вот, так я знаю, что снимать. И теперь все хорошо. Вот, то есть, теперь я, точнее, если вдруг я не знаю, не буду знать, что снимать, у меня все время есть подушка безопасности, которая у меня работает, которая у меня исправна, которая у меня есть, и я на нее могу положиться в любой момент. То есть без контента, чтобы вас не оставлять. Вот. И на самом деле надо еще уже что-то начинать придумывать на год каналу. Вот. Потому что год канал. Ой, какой год канал? На 2 года канал. Ёперно, 2 года уже прошло, ёперно. Ё-моё. Короче, на 2 года канал нужно что-то придумать. Тоже что-то нужно думать. Потому что уже 24 февраля относительно скоро. Вот. Ну, сколько там? Ноябрь 24, сейчас декабрь, январь, февраль. Ну, 4 месяца, по сути, вот. Ну, или 3 там. Ну, короче, это. Да. Короче, еще совсем чуть-чуть всего еще осталось, и нужно что-то придумать, потому что пока что идея 0. Вот. Но некоторые мыслишки есть. Но одним словом, сейчас я пока что просто снимаю эту серию будни модериста, и уже скоро я ее буду заканчивать, потому что уже 8 минут снял. Вот. Но сейчас я как раз пока что тоже вот занимаюсь перед тем, как я буду готовить вам один ролик. Надеюсь, что вам все понравится. Во всяком случае, я стараюсь сделать так, чтобы вам понравилось. И это самое главное, потому что я наступил на провод. Какого хрена он такой больный? Вот, это, блин, провод какой-то болючий, а? Нехороший, а? Какашка ты. Короче, испоганил мне ногу. У меня теперь нога, блин, болит. Провод такой, сволочь, а? Ну ладно, хрен с тобой. Я еще с тобой разберусь. Короче, одним словом. Что я могу сказать? Я могу сказать то, что я очень рад, то, что я сейчас снимаю эту серию «Будни моделист». Во-первых, это серия с красивым номером. Серия 111. А во-вторых, это очень, короче, я после отдыха, вот. Я очень хочу для вас снимать новые видосики. Особенно сейчас я хочу сделать упор на моделизм, потому что я очень давно занимался моделизмом. И я очень по этому делу соскучился. Я очень давно не делал проекты, вот, прям очень давно. И вот сейчас я думаю, что нужно это начинать. Точнее, не начинать, а продолжать. Вот. Поэтому я сейчас очень надеюсь на то, что все будет нормально. Вот, у меня на семерке открылось колесо, но это нормально. Это Жигули. Короче, все. Вот так. Ну а сейчас, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите свои комментарии. Всем спасибо, ребятушки. Всем удачи, ребятушки. И всем пока, ребятушки. Это была серия «Будни моделист» номер 101. С вами был Иван, вы на канале Станислав. Всем пока. Я вернулся с отдыха и, наверное, либо послезавтра,
либо завтра все возобновится. Скорее всего, послезавтра. Ну что, ребят, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. И подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на группу ВК, ссылка в описании. И на группу ВК наших друзей, ссылочка тоже в описании. Всем спасибо, ребят. Всем удачи. И всем пока.